Любовь, нежность и забота окружают малыша с первых дней его рождения. Первый счастливый вздох, первая улыбка и незабываемый вкус молока. Первый вкус, который мы узнаем после своего появления на свет. Бесспорно, жизнь каждого из нас начинается с молока. О нашем здоровье и полноценном развитии уже почти полвека неутомимо заботится компания «Беллакт», предлагая своим потребителям только самое лучшее. География волковысского ОАО «Беллакт», крупнейшего предприятия по производству сухих продуктов для детского питания и цельномолочной продукции в Республике Беларусь, была порой сложной и нелегкой, но при этом выдающейся и стремительной. Официальной датой основания считается 5 октября 1970 года. Впервые в молочно-консервной промышленности СССР было выпущено производство с дистанционным автоматизированным управлением всеми технологическими процессами. Во все времена предприятие шло по ускоренному пути развития. Уже в первое десятилетие была проведена общая реконструкция, в результате чего мощность комбината возросла в 9 раз. В первый год предприятие переработало 58 тысяч тонн молока и выпустило 1052 тонны детского питания. Успешная работа была отмечена наивысшей наградой – Орденом Трудового Красного Знамени. А первые смеси «Беллакт» – «Малютка», «Малыш», «Тонус», «Олеся» – до сих пор помнят далеко за пределами Беларуси. Сегодня их место на полке занимают современные адаптированные формулы, отвечающие всем международным стандартам. Но философия «Беллакт» осталась прежней – бескомпромиссное качество в сочетании с доступной ценой. Экологическая чистота территории – определяющий фактор создания молочно-консервного комбината в Волковыске, вблизи государственного заповедника Беловежская пуща. Расположение предприятия стало гарантией поступления на завод высококачественного молока из 4 экологически чистых районов. В одном из них находится молочно-товарный комплекс «Доброволя», отвечающий всем современным стандартам. Степень автоматизации здесь настолько высока, что поголовье в 500 коров обслуживает всего 4 человека в смену. Заготовка кормов для коров производится только из трав, выращенных на полях хозяйства. Рацион каждой коровы определяется индивидуально, в зависимости от ее физиологического состояния. Все данные о животных занесены в компьютер. Состояние здоровья, необходимое количество корма, время приема пищи и время доения, объем полученного молока. Процесс доения также полностью автоматизирован. Вместо людей – роботы фирмы «Лели Астронавт». Свежее молоко по специальным трубам поступает в танкоохладители закрытого типа. Перед отправкой на завод проводится анализ молока на качественные показатели, поэтому на «Беллакт» поступает сырье только соответствующего качества. «Беллакт» бережно хранит выработанные годами традиции – выпуск высококачественных, экологически чистых продуктов для полноценного питания детей и взрослых, осознавая свою социальную ответственность за здоровье будущих поколений. Поэтому все поступившее на завод сырье проходит входной контроль, и только после подтверждения своего качества и безопасности оно попадает в производство. Молоко для производства детского питания поступает на завод с определенных хозяйств, перечень которых утвержден органами ветеринарного надзора. Предприятие «Беллакт» — это единственный в Беларуси и крупнейший на постсоветском пространстве производитель детского питания. Площадь предприятия составляет 14 гектаров, численность сотрудников — 1200 человек, мощность по переработке молока — 700 тонн в сутки. Производство детского питания на предприятии ведется по двум направлениям – изготовление сухих молочных смесей и каш. У каждого продукта своя рецептура и определенный технологический процесс, но в обоих случаях используется закрытый тип производственного процесса. Рецептура продуктов задается компьютеру, поэтому взвешивание, добавление и смешивание компонентов происходит автоматически. Компьютеризированы и все последующие процессы. Полностью автоматизированная технология производства детского питания на «Беллакте» совершенно исключает контакт сотрудников с продукцией. Наряду с сухими продуктами для детского питания «Беллакт» производит молоко, сливки, кефир, ряженку, сметану, творог, творожные десерты,
йогурты и масло сладкосливочные. Всего более 200 видов цельномолочной продукции. Особая гордость предприятия – эксклюзивные творожные пирожные и торты, изготавливаемые по запатентованной технологии. Все самое лучшее для самых любимых. Не изменяя лучшим традициям, предприятие «Беллакт» постоянно модернизируется. В области технологий и оборудования партнерами компании выступают широко известные и заслуживающие доверия фирмы из Польши, Голландии, Германии и Франции. Высокий уровень контроля качества выпускаемой продукции – важнейший аспект деятельности предприятия. Все 5 лабораторий – приемная, аналитическая, физико-химических, токсикологических, бактериологических исследований, а также пострадиационного контроля – оснащены современнейшими измерительными приборами и оборудованием. Все сырье и готовая продукция проходят строжайший многоступенчатый лабораторный контроль на всех стадиях производства. Только за один месяц производится более 20 тысяч анализов. На предприятии разработаны, внедрены и функционируют системы ISO и HACCP. Выполнение их требований – это наиболее эффективная форма контроля качества и безопасности продуктов питания, признанная во всем мире и установленная в большинстве стран Европейского Союза. Отличное качество продукции «Беллакт» подтверждают не только многочисленные гран-при, дипломы, медали и награды республиканского и международного уровней, но и в первую очередь доверие потребителей. Каждая мама понимает, что производитель детского питания также ответственно подходит и к выпуску цельномолочной продукции. Бренд «Беллакт» — это гарантия высочайшего качества и безопасности продукта. Также высоко оценивают качество продукции компании «Беллакт» и медики. Все мамы знают, насколько важно для ребенка грудное вскармливание, а качество грудного молока напрямую зависит от питания матери. Мы рады, что компания «Беллакт» проводит политику по поддержке грудного вскармливания и выпускает дополнительное питание для беременных и кормящих мам. При отсутствии грудного молока предприятие предлагает всю линейку молочного питания для малышей и базовые смеси, и профилактические, а также лечебные формулы. Вся продукция по составу полностью соответствует как национальным, так и международным требованиям в области детского питания. Для первого прикорма «Беллакт» выпускает широкий ассортимент безмолочных каш, а для последующего – молочные монокаши, поликомпонентные кашки и также кашки с добавлением овощей и фруктов для маленьких гурманов. Волковысское ОАО «Беллакт» – экспортоориентированное предприятие. Компания поставляет детское питание в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, Грузию, Узбекистан, Туркменистан, Молдову, а также во Вьетнам, Пакистан, Монголию, Китай и Венесуэлу. В Москве и Киеве работают официальные представительства компании. Удельный вес экспорта в общем объеме реализованной продукции составляет более 40%. Залог нашего успеха – это высокое качество. Мы понимаем, что мамы вверяют нам самое ценное – это здоровье своих малышей. И мы понимаем, что права на ошибку мы не имеем. Сырье из экологически чистых регионов, новейшие технологии, проверенные рецептуры и персональная ответственность перед каждым малышом – вот гарантия качества детского питания «Беллакт». Наша компания является экспортоориентированным предприятием. Удельный вес экспорта на сегодняшний день составляет в общем объеме реализованной продукции более 40%. Детское питание под брендом «Беллакт» сегодня можно увидеть даже в Китае. Мы постоянно расширяем границы наших поставок и ежегодно увеличиваем список наших партнеров новыми странами. Для достижения высоких результатов в производстве важно обеспечить достойные условия труда. Это очень хорошо понимает руководство «Беллакт», и поэтому немалое внимание уделяет развитию социальной сферы внутри предприятия. Она представляет собой целостный механизм с хорошо развитой инфраструктурой. На предприятии оборудованы и функционирует современная столовая, медпункт, оснащенный современным медицинским оборудованием, физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий спортзал, тренажерный зал, бассейн. Компания заботится о своих сотрудниках, отчетливо понимая, что в современном мире самым ценным капиталом является человеческий капитал.
На высококачественных смесях и кашах из волковыска выросло не одно поколение детей. И с каждым годом ОАО «Беллакт» набирает обороты для успешного осуществления дальнейших грандиозных проектов, чтобы вновь порадовать своих потребителей вкусными, полезными и натуральными продуктами для всей семьи. Компания «Беллакт» – только самое лучшее для самых любимых.